А пока одни борются с преступностью, другие отмечают профессиональный праздник, как и положено на посту. Инспекторам дорожного движения отвлекаться на торжества и застолья некогда. Пусть и одеты они сегодня в парадное белое, но на дорогу выходят как обычно. Среди сотрудников ГИБДД есть и такие, у кого служение закону в крови. С одним из них встретилась наша съемочная группа. Слово Елене Куликовой. Первые правила уличного движения умещались буквально в трех строчках и гласили примерно следующее. Пешеход должен уступить дорогу ручной повозки, ручная повозка извозчику, извозчик автомобилю, автомобиль общего назначения, специальному транспорту и автобусу. Если сегодня руководствоваться этими правилами, которые вступили в силу в 1936 году, отменить действие дорожных знаков, разметки, светофора, то пешеходу перейти улицу будет практически невозможно. Здравствуйте, капитан полиции Русских. Нарушаете правила дорожного движения, дорожный знак стоит, остановка запрещена. За порядком на дороге Евгений следит уже больше 5 лет и любит свою работу, несмотря на негативное к ней отношение некоторых водителей. На неприязнь к людям в погонах инспектор Евгений Русских давно научился не обращать внимания. Терпение в этом деле, считает он, главное оружие, необходимо как знание правил, а без надзора на наших дорогах пока никак. Понимание проблемы и важности порядка во всем досталось ему по наследству. Отец прошел путь от рядового до полковника ГАИ. В правоохранительных органах служил дед. Когда у тебя папа милиционер, а мама педагог, очень тяжело быть плохим. Необходимо понять, говорит Евгений, что правила превыше амбиций. Тогда на ДТП выезжать придется реже. Реже видеть горе и пытаться найти объяснение случившейся беде. Это цель и главное желание почти любого сотрудника ДПС. И здорово, что жители города сами все чаще приходят на помощь инспекторам. За сутки к нам поступают порядка 15-20 звонков, да, о том, что граждане обеспокоены, что там, допустим, какой-то водитель нарушает правонарушение. Мало того, родственники звонят, то есть, и говорят, что вот мой родственник, допустим, сел за руль, сейчас выпьемшим. Добиться порядка на дороге – задача из числа профессиональных. Личные цели и мечты Евгения столь же просты и понятны. Служить достойно, да, не порочить честь и достоинство фамилии, дослужиться до пенсии, уйти на заслуженный отдых. Здесь это мы сделаем быстрее. А как человек? А как человек? В будущем, в ближайшем, надеюсь, пополнение семейства. Ну что, дом есть, жена любимая есть, родители есть, все хорошо. Если работу выполнил с честью, признается Евгений, то мундир и погоны не только в профессиональный праздник. Каждый день надеваешь с гордостью. Елена Куликова, Роман Чернов, служба новостей «Импульс».